Более 180 мигрантов спасла береговая служба Турции в Эгейском море. На двух резиновых лодках беженцы пытались добраться до греческих островов. Их доставили на берег и разместили в местном отделении полиции. С начала года турецкая береговая служба спасла тысячи человек в Эгейском море. Однако число затонувших мигрантов уже исчисляется сотнями. По данным Европейского пограничного агентства Frontex, только в январе при попытке пересечь Средиземное море погибли более 360 человек. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее.